Екатерина Макарова, Елена Веснина, Валерия Соловьева, Дарья Касаткина. Капитан команды Анастасия Мыскина. В таком составе российские теннисистки сразятся на кортах Адлер-Арены в Кубке Федерации со сборной Аргентины. С командой из Южной Америки наши теннисистки встречались дважды, и оба поединка остались за россиянками. Последний матч прошел в 2004-м. Серия закончилась со счетом 4-1. И, кстати, тогда Анастасия Мыскина принесла своей сборной 2 очка. Сегодня она капитан команды. Это командный матч, и очень часто мы видим, что игроки, которые находятся за какой-то определенной там сотней сильнейших, но в матчах командных показывают потрясающий теннис. Поэтому нам остается только настраиваться, бороться и, естественно, очень хотим остаться в мировой группе. Как рассказали теннисистки, впервые в рамках Кубка Федерации им придется играть за пределами Москвы. Но выступить на Олимпийской арене особенно почетно. Кстати, к матчам уже все готово. Теннисистки провели ряд тренировок и остались довольны качеством кортов, которые, напомню, разместили в конькобежном центре. В субботу на кортах Адлер-Арены пройдут матчи в одиночном разряде, в воскресенье – в парном. Билеты на матчи продавать не будут. Зрительские кресла займут сочинские спортсмены.